Эйхо, ребятки, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. У нас сегодня обзор нового шутера. И не просто шутера, ребятки, а зомби-шутера под названием This Invasion. Давайте посмотрим, что это за игра. Я на самом-то деле уже немножко поиграл, и она мне очень сильно понравилась. Поэтому я решил поделиться ею с вами. Этап 1.4, поехали! Кстати, если понравилась игра, поставь лайк. Хорошо. Так, как я и сказал, это зомби-шутер, мать его. Причем реально довольно-таки динамичный и крутой. Я прикупил себе новую пушку, но я ее еще не тестировал, поэтому хочу с удовольствием попробовать. Ё-моё, да она сумасшедшая просто, она невероятно быстрая. Так, и в принципе мне нравится. Очень большой разброс, но это же, мать его, УЗИ, зато я могу бежать с ППшкой просто напролом, и мне плевать, сколько здесь будет мобов. Хорошо, я отлично справляюсь, иди как папочки. Хочу больше хэдшотиков выдать. Е-бой. Так, и ты, пожалуй, тоже умрешь. Хорошо. Это все на что вы способны. И я тут пытаюсь ребятам доказать, что это хардкорный шутер. А они мне показывают пару мобов. Да чтоб тебя. Это не серьезно. Я вообще вот так вот могу сделать, да, и пошли вы в жопу. Вот так вот, хорошо. Это я вам продемонстрировал. Всю механику игры, ребят. Есть гранаты, здесь куча оружия, хилы, аптечки, все как полагается. А, отлично. Так, стоп. Чуть не пролетел. Давайте бабосики соберем. Это мне понадобится на новую пушку. Хорошо, что как у вас тут дела? Можно что-то сделать? Давайте загрузим автомобиль. У нас какое-то задание. Нам нужно загрузить как можно больше амуниции. Так. Я хочу сделать пару хэдшотов. Отлично. А то бы я тут их валил без остановки на самом-то деле. Воу, ты где тут взялся? Стоп, 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 стоп. И ты давай не подходи. Спокойненько. Откуда он взялся тут, что был сбоку? Я сейчас не понял. Это было опасно на самом-то деле. Но мне кажется, мы справляемся. Так, отлично. Наша следующая позиция. Нужно подойти немножко вперед. Я, в принципе, с этим должен тоже справиться. Надо посмотреть, нету ли со спины никого. Так, хорошо, там все чисто, можно идти дальше убивать. Я, пожалуй, переключусь на пистолет, он ваншотит. А, нет, не ваншотит. Мобы стали гораздо сильнее, на порядок сильнее, чем были до этого. И их убивать гораздо сложнее. Что ж, хорошо. Так, давайте-ка поменяем обратно. Так, что у нас тут дальше? Мне нужно просто выбраться или что? Да, мне нужно просто выбраться, и я выполнил задание. Ну что, этап 1.4 пройден, и это было очень даже легко. Хорошо. Пошли дальше. Так, награда за первый день. С удовольствием заберу 800 баксов. А с удовольствием хочу посмотреть, что у нас есть. Так, по экипе. Так, я больше ничего не могу купить, потому что у меня пока что недостаточно высокий уровень. Естественно, у меня только первый уровень, я только начал играть. Отправляемся дальше в мир и посмотрим, что нам тут предстоит увидеть. Так, мы можем апгрейднуть нашу УЗИшку буквально там пару секунд, но зато очень дорого. 500 долларов я потратил, но тем не менее приятно. На 11 единиц урон увеличился. Как по мне, незначительно. 150 баксов того не стоили, но коль того требует задание, надо это выполнять. Хорошо, идем на пролом. Зомбикам. Так, убиваем их. Надо вскрыть терминал, если я не ошибаюсь. Так, ух, ёк, макарёк. Вы тут посмотрите, сколько у меня тут друзей. Не-не-не-не-не, так не пойдет. Я одним из ваших не стану, вы ж меня простите. А это явно не для меня. Консольку мы взломали. Что у нас здесь есть интересного? Так, это мы подзарядились, можно двигаться дальше. Хорошо. Да это же первый биг босс. Да вы посмотрите, это же толстяк с Last Day. Но ничего себе. Давайте попробуем его убить. Так, надо отвлекаться и на мелких, мне кажется. Ну и, конечно же, уделять внимание большому боссу. Так, тихо. Самое главное, чтобы ко мне со спины не зашли и не запустить себя в угол. Потому что, мне кажется, когда я себя в угол загоню, мне будет вафелька. Е-бой! А, отлично, он даже взорвался в конце, если вы успели увидеть. Хорошо, мы убиваем первого своего босса, и это означает, что игра действительно может быть хардкорной. В игре может быть много боссов и различных нюансов.
А еще мне нравится то, что здесь можно просто крошить бошки. Поехали. 1-6 этапчик. Проходим с УЗИшкой все на раз. Два. Так, ты будешь вставать? Вы будете просто падать с крыши. Ну что ж, хорошо, я готов. Я готов с вами справиться. Тихо, надо как-то аккуратненько выйти, чтобы они меня не подловили. Ну и знаю эти мелкие нюансики. Ты выходишь, и он тебя сразу цапает. Я так не хочу. Здесь чисто. Идем прямо. Убиваем первого. Убиваем второго. И третьего. Хорошо, идет небольшая перезагрузка. Так, ебой. Собрали. Можно подзарядить патрончики. Можно же, да? Хорошо, спасибо. Выполняем задание. Так, мне нужно открыть эту дверь. Хорошо, это хоть мне не сложно. А нужно найти лишь консольку, которая это сделает. Так, стоп. Ага, мне просто нужно подождать, пока откроется эта дверь. Ну, а пока тогда позачищаем ублюдков. Мертвых ублюдков. На минуточку. Давай, 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 тихо. Какие шустрые, видали? Я их только убил, они уже вылазят на меня. Хорошо, так, двигаемся дальше, тихо. Меня еще чуть-чуть и подловили, и даже, возможно, подловят. Так, там есть девчонка, которую мы должны спасти. Мне кажется, мы это сделаем в следующем этапе. Потому что мы почти к ней приблизились. Так, Монику мы должны там спасти, мне кажется. Или мы ее уже спасли таким образом. Так, посмотрим. Этап 1-7, и надеюсь, мы ее здесь сейчас встретим. Кстати, ребятки, если вам нравится эта игра, поддержите меня комментариями в описании. Хорошо. Поехали, нужно добраться к Монике. Моника, я иду к тебе. Oh my girl, я почти у тебя. Где этот? Гарми уделся, вот так. Хорошо, пошли дальше. Не хочу никого пропускать, это, вероятно, потеря очков. А очки мне очень сильно нужны. Так, у нас бронированные говнюки, мы их убиваем. Так, что у нас тут требуется, что нам тут нужно сделать? Так, нужно что-то взять под контроль, что ли? Ничего не пойму. Что мне нужно взять-то под контроль? Улицу? Скорее всего. Давайте попробуем взять улицу под контроль. Я думаю, я с ними справлюсь. А, в принципе, ничего сложного не должно быть. Есть. Хорошо. Я, пожалуй, немного отступлю назад. И теперь, пока перезаряжалась моя УЗИшка, я готов делать старт вперед. Ебой. Так, я увидел там какую-то канистру, я попробую ее забрать. Мне кажется, это понадобится. Хорошо. И теперь я могу подойти на маяк, который отмечен здесь на карте. Хорошо. Вижу еще одну. Так, тихо. Давайте заберем эту канистру. А, почему-то я бегаю с места на место. Я, может быть, что-то делаю неправильно. Мне кажется, нужно просто это делать. Так, хорошо. Довольно много начинает вылазить зомби, боюсь, что у меня может не хватить патронов. Это, если честно, настораживает. Так, нужно пробраться к ступенькам, забрать. Хорошо. Убиваем толстяка. Падают различные бонусы. Хорошо. Так, мы запускаем генератор. Вот для чего мы собирали бензин. Двери открылись, и задание выполнено. Мы на шаг ближе к Монике. Давайте попробуем ее спасти. Так, у нас экип. А, это что такое? Это навыки? Да ладно, у нас, кажется, здесь могут быть навыки. Обалдеть, как круто. На 3 единицы, на 4 единицы, на 5 ты левел я переношу. К 7 уровню мне удалось его улучшить. За что отвечает этот навык, я пока что не знаю. Но в скором времени, я думаю, мы поймем. Хорошо, ребятки, я думаю, для обзора более чем достаточно. Я думаю, вы поняли для себя, нужно ли вам играть в эту игру. Ну а я продолжу ее снимать для вас. Всем спасибо, пока-пока.